Скандал вокруг детской площадки разразился в Таразе. Жители буквально грудью встали перед застройщиком, который решил снести качели и построить на их месте бизнес-центр. Ни полиция, ни прокуроры не смогли сдвинуть людей с места. Чем все закончилось, расскажет Виктория Савельева. Скандалом, который чуть не перерос в драку, начался день у жителей одной из многоэтажек в центре Тараза. Перед их домом вдруг начали обносить забором детскую площадку, но завершить начатое строителям не дали. Я поставил свою машину, я сказал. Она будет здесь до того момента, пока конкретные не приедут люди. Надо будет, наши дети круглосуточно здесь будут играть. А строительство, когда имеются люди, нельзя вести. Эвакуировать машину тоже не имеют права, потому что я внутри буду находиться на нее. Я спать в ней буду. Вот, это мой протест. После приезда полиции и прокуроров выяснилось, что землю за 1,5 миллиона выкупил предприниматель. И теперь вместо качелей и зеленых деревьев там появится бизнес-центр. Вот только такое соседство людям не нравится. За собственные средства государство не позволило нам, за собственные средства нашим жителям для наших детей благоустроить. Не позволило, суд отказал. Госорганы отказывались. Мы не позволим, чтобы с нашими детьми никто не считался. Люди говорят, этот кусок земли в центре города бизнесмены пытались заполучить уже не первый год, но мешало то, что земля находилась в кондоминиуме. Правда, несколько лет назад государство изъяло ее для благоустройства территории. А теперь этот участок – чья-то частная собственность. Разрешительные документы все на руках, и все они в порядке, зарегистрированы надлежащим образом. Ну, на сегодняшний день, когда прекратятся работы, будет это организовано в следующий период. Препятствует сегодня, завтра не сможет препятствовать. Сбавить накал страстей получилось у чиновников. Строителям пришлось уйти, жители немного выдохнули, а власти организовали проверку. Выяснилось, что по генплану на спорном участке должен быть сквер. Вот это место, оно предназначалось для общего пользования людей. Ну, там общее пользование, это подразумевает в себя там скверы, парки или там мини-аллеи. Да? В данное время мы сейчас проверим законность по выдаче земельного участка. И будем принимать соответствующие меры. Чиновник не исключил, что предпринимателю все же придется отказаться от спорного земельного участка. Но как будет на самом деле, покажет проверка. Она завершится через неделю. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК «Тарас».